Re, viss ēters ir te. Треть всех новых случаев заболевания COVID-19 за последний месяц привозные. Поэтому сегодня правительство решило, что все приезжающие в Латвию на работу будут сдавать 2 теста на коронавирус. Те, кто возвращается на личном автомобиле из третьих стран, будут заполнять декларацию о соблюдении самоизоляции. Новые правила начнут действовать уже с 1 августа. Те, кто приезжает в Латвию для исполнения служебных обязанностей стран с высоким риском заражения коронавирусом, но с разрешением Латвийского агентства инвестиций и развития, должны незамедлительно сделать тест на коронавирус и до получения ответа соблюдать самоизоляцию. Если ответ будет негативным, тогда можно приступить к работе. Но с момента сдачи первого анализа через 5-7 дней в целях безопасности надо сделать повторный анализ. Что касается спортсменов, которые приезжают на соревнования в Латвию из так называемых красных стран, то они могут не соблюдать самоизоляцию, если 2 теста на COVID-19 будут отрицательными. Один анализ нужно сделать по крайней мере за 3 дня до прибытия в Латвию, а второй через день после. Те, кто приезжает в Латвию на своем личном транспорте, пересекая внешнюю границу, например, из России или Беларуси, с 1 августа должны будут заполнять анкету, как и пассажиры международных перевозчиков. Они должны будут подтвердить, что информированы о необходимой самоизоляции и передаче личных данных в распоряжение Центра профилактики и контроля заболеваний. Государство будет оплачивать анализы за иностранцев, в том числе, если за него платятся здесь налоги. В остальных случаях затраты будет покрывать сам человек или пригласившая его компания.